Паша же тоже взрослый мужик. Кому тут еще? А, Зевсу 44, а Паше 42, наверное. Ну, короче, кто-то из них, я не знаю точно. В основном тут всем, вот мне 30, да? Давид, например, который МОЗ, ему там 22. А так 36, 35 и выше. Ну да, и они друг друга не слушаются, спорят. Кстати, а мы, знаешь, какой агрессивный вели? Ты посмотри наш рейтинг, мы же самые агрессивные вообще. Ну, из русских я имею в виду. Ну, я тебя понял. Конечно, не, ну у нас так не поступает. Дядьки все взрослые. У нас была ругня только из-за того, что мы атаковали тоже русские кланы. Ну, а что там сидит? Он 50 миллионов у него ресурсов, а они от нас в минуте ходьбы, понимаешь? Мы им пишем, присоединяйтесь к нам. Они нет. А, ну нет, так нет. Собрали рейд, короче. Атаковали, понял. Или вот Андрюха, тезка твой, Ктулху. Тот вообще до них прилетал сам, они его уже боятся и ненавидят, короче. Он сам прилетал и там прессовал. Ну, а вот... Конечно, лайфхак крутой. Я ж тебе говорю, если мы сейчас еще прокачаем ее, чтобы больше участников прожимало, и чтобы она лечила не по 1,5 минуты лечили, понял? А вот там по там 3 минуты, например. Это в 2 раза быстрее, ты понимаешь? Больше. Ты сейчас не по 45 минут ставишь лечиться, а по 1,5 часа сразу. За то же время. Он Рекса от нас разбился. Все, у них нету армии. Хоть и наши потеряли 2700, а у них минус 18. Все. Это говорит о том, что они уже все. Ну, правда, и следующий. Да, еще они делают рейды, но я думаю, это все. И следующий разбился рейд. Ну, вообще просто. Просто вообще. Вот это и этот. Мы на каком уровне, понимаешь? Этот СС, он с самого начала мне этот Валгала их не приглашал в альянс. А я говорю, давай. Мы будем вассалами, то есть вы за нас мазу тянете, мы, если что, к вам это, ну, ты понял, подписываемся за ваши терки. Он отморозился, короче. А я же зашел в первый день, задонатил сразу, я в первый... Короче, я где-то через 5 часов игры уже был 12 уровня. И уже, естественно, был без купола, я в первый же день атаковал всех подряд, и мне было все равно. Какие альянсы, русские, американцы, просто всех. Играл так. И где-то уже через неделю я был 19 уровня. И потом, конечно, оно все пошло помедленнее, потому что я перестал донатить. Ну, так тут и донат уже пошел такой жесткий. Надо так много донатить. Да, да, чтоб сразу... Я всего закинул 120 баксов. Конечно, конечно. Вот сейчас вот нормально, чтобы госпожу купить, чтобы тоже быть вот как вот серый, ну 100 баксов надо вложить в нее. И она у тебя будет там 60 уровня, тогда да, еще более или менее ты можешь там с кем-то соревноваться. И третий, короче, госпожа удачи. Это герой, госпожа удачи, она у тебя должна быть. Она есть у тебя однозначно, но только она, наверное, 20 уровня. О, оборона провалилась, нас пробили. Ну, еще раз заходим, короче. Она очень мощная. Угу. Так, 4-м рейдом подряд или 5-м. Так, ну, 45 минут осталось боя.
Где-то четвертый или пятый рейд подряд зашел и пробил. Да, терять армию это плохо, конечно. Кто теряет армию, там 5000. Ну, у них в разы больше потери наших. Вот, у нее, почему они выбили, у нее три героя 50 уровня. Это очень мощно. Очень мощно. Николай, он именно в рейде. И госпожа, она для атаки. Она плохо обороняется, она хороша для атаки. Поэтому превосходство идет у атакующих. Поэтому и выбили. Ну, а сейчас мы их атакуем. Выбьем мы их. Здесь смотри. Идет бонус у всех трех героев. Николай, он в рейде хороший. Госпожа, она в рейде хорошая против городов и других шефов. И Мэдди, она хорошая в рейде и в обороне. Ну и все. Я вообще смотрел гайды по этим героям. Если, например, госпожа на 200% дает, то следующий герой 230, а третий поколение героев золотых. Это ж у нас только первое поколение героев. А третий уже дает 300%. Хотя где-то видел видос, атака плюс 500%. Я не знаю, там какое поколение героев, но это очень сильно, ты же сам понимаешь, да? И там рейд был на 950 тысяч. Если тут у нас вот 390, 490, то там 950. Мне столько ускорить атаку. Смотри, кто там греха. Не спешим. Я по 45 минут лечу. Можно и по полчаса. По полчаса еще быстрее просто клацаешь постоянно. Ну да. Управление плохое, да? Долго. Ну, если было где-то что-то видно, вот так, конечно. Плюс она лагает. Да. Не учитывается это в этот. Я понял тебя. В отчете не видно, ты имеешь в виду. Да. Ну, у меня армия нормальная. У меня 35 тысяч всего в больничке лежит. Вот. А у меня армии было больше 90 тысяч. Под 100 тысяч была армия. Так что у меня на один полноценный рейд, поход армия есть.